Что ж, мы почти у цели. Мы почти у цели. Бежим. Стойте! В этих обломках есть живое существо, большое и опасное. Что-то не видно этого существа. Эх, ты дракон какой-то. Ё-моё. Это луч света с башни на военной базе. Лучше в него не попадать. А он прям за... Офигеть, а он со мной бежит. О, нет. За мной прям следует этот луч. Так. Это луч света с башни на военной базе. Ага, вон он лучше бежит. В него не попадать. Я же в прошлом. Ё-моё! Это какая-то временная аномалия? Вывозим. Отлично, прошли, блин. Так, а что здесь у нас? Так, впереди еще одна аномалия. Как же нам пройти мимо нее? Анализ показал, что в прошлом стоит тот же самый солдат. Если вывести его из зоны аномалии в прошлом, то, возможно, она исчезнет и в настоящем. Давай попробуем. Угу, понятно. Значит, надо в прошлом к нему подойти. Ага. А, вон, сработал фонарь, слушай. Фига, я чуваков обошел. Вывел его. Так, и там есть дверь какая-то. Как же нам отвлечь этих двоих? Часы. Меня застрелили, блин. Это конец. Фига, даже аномалия стреляла. Так, знаешь, нам скорее всего надо в ту дверь зайти. Вот в эту. Осторожнее. Поддержка ремонтной системы нестабильна. Так, а это что такое у нас? Типа ключа, что ли? Отлично. Зачем будильник? Ой, вырубает свет. Фу, чуть меня не спалили. Так, скорее всего, надо на крышу дойти. Да, вон палка между домами, точно. Сейчас по ней пройдем. Так, надо нам сюда. Ага, здесь, наверное, надо всех разбудить. А, вон будильник вниз слева, вон туда поставить надо. Нужно быть осторожнее. Охранник спит.
Ага. В настоящем здесь завалы. Отлично. Все, уходим. Черт вас раздери! Кто притащил сюда этот будильник? Капрал! Почему с ним на посту? Ну-ка, марш на улицу! 10 кругов трусцой! Нет! 12! Чего стоим? Сейчас всем взводом будете калашом бегать! А ну-ка, быстро до ангара и обратно! Раз, два! Все, отлично. Там свободно теперь. Можно идти этот дальше. Этот новый мир не перестает меня удивлять. Или там нет ничего хорошего? Какие странные черные корни. Ага. Напоминает мне ту тварь, которая упорно нас преследовала. Химический состав действительно схожий. Так. Если я появлюсь, меня сразу поймает. Вон там что-то сверху. Сейчас посмотрим. Вернемся в прошлое. Так. А, ну я вон и так могу в дверь зайти, отлично. Мы прибыли. В этом здании хранится черный ящик. Ну что, давайте уже спасем этот мир. Мне нравится твой настрой. Уху, давайте.